хранил живца всю зиму небольшой речушки. Ну, короче, он здесь был 3 месяца. Вот трос. Сейчас я вот вытащу банку. Телефон, конечно, не посеять. Опа. Вроде цело все. Опа. Сейчас посмотрим, что там внутри осталось. Живец живой или нет. Сейчас отключусь, потом включусь. Так, короче, вот я развязал. Кан приготовил. Немножко попахивает тухлятиной. Наверное, все равно сколько-то погибло. О! Живые. Карасики, плотвица есть. Ну, короче, весь живой почти. Может, несколько штук погибло. Самый такой прекрасный способ. Если кто живет рядом с водоемом, можно хранить так. Так, короче, сейчас я наливаю воды свежей и забираю его домой. Так, короче, он немножко я уже отловил. Живец весь живой. Не весь, а... Ну вот две только плотвички погибли почему-то. Потому что вот тут много. Кормить не надо. Воду менять не надо. О, какой пескарик хороший. Самый классный способ для меня. Рядом протекает просто речушка. Такая небольшая. Чуть побольше ручейка. Так что как-то вот так вот. Сейчас я его перелавлю. Это весь забираю, короче, домой. И все. Живец просто кончился дома. Так что как-то вот так вот, друзья.